Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 13 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов, ночью прохладнее, 10 выше 0. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов.